За прошедшее лето отдохнула, оздоровилась и трудоустроилась около 6 тысяч магаданских детей. Это 57% от общего количества школьников с 1 по 11 класс. Об этом говорили на координационном совете в мэрии города. Дети отдыхали в 22 летних оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, в загородных и выездных лагерях, в санатории «Мир». На организацию летней оздоровительной кампании из муниципальных средств было выделено 711 тысяч рублей. Все они были потрачены на укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей. Особое внимание было уделено неорганизованным детям и подросткам. Во всех школах для 3500 таких детей было проведено более 250 мероприятий. Главной проблемой, по словам руководителя департамента образования мэрии города Светланы Колмогоровой, остаются необходимость увеличения количества мест и капитальный ремонт в загородных лагерях на территории Магадана.